Скажем так, у вас есть Age of Empires 2 Definitive Edition в Стиме? Если да, то пробовали вы, даже будучи киберкотлетой, задубасить бота на запредельном уровне сложности, легальным путем, без читов и кодов. Ну, чтобы там получить ачивку для этого. И даже если одного бота, то как насчет двух, трех, а может всех семи? Звучит очень сложно, но блин, так неохота заниматься всей этой херобориной с попыткой в спидран от темных до импов, да еще и параллельно надо как-то экономику врага ломать, не давая ему развиваться. А со всем этим... удачи! Но не переживайте, ведь есть короли долбоебизм! О май гад! Вау! Это особый ивент, активирующийся только при таких настройках. Все, что вам нужно, ставить карту «Земля», галочку на «Цареубийство» и ботов столько, сколько пожелаете. А дальше по вкусу. В нашем случае поставим им всем запредельный уровень сложности. Готово! После такой нехитрой процедуры, по только ктулхе понятному причине, на кораблях отплывают основные юниты. Но не короли. Благодаря такой особенности, вы с ними можете делать все, что хотите. Расстреляйте его башнями, окружите его башнями, расстреляйте просто так. Растопчите его в широкие кости своими всадниками, пустите в него снаряд скорпиона, закидайте его камнями, посадите его на копья или даже на незаменимые пики точеные, протараньте ему очко, избейте ему лавы, или даже можете взять и во славу своего же короля взорвать другого. Только не забудьте взять подходящую циву. Хакбар! Бабах! Можете даже попробовать обратить его своим монахом и быть посланным нахуй, ибо чё ты, блять, думал, что тут все щели медом намазано? Получайте после такой процедуры легкое чувство вкуса победы и унижения над ботом, который когда-то унижал вас 24/7 и не давал вам без чувства спокойствия нормально сходить в толкан. Короли долбоебизм. Ну не надо, ну не сука!